Доброго времени суток, уважаемые подписчики. И так, как обещал, путеводитель для людей, попавших в беду по Москве. Вот я сейчас приехал на электричке за деньги. Вот тут девчонки красивые ходят, длинноногие. Вот. Нахожусь я на проспекте Мира, Ярославское шоссе. Сейчас вот мы дождемся 14-го маршрута. Раньше он был трамвай, а троллейбус. Сейчас он электробус. И мы, если нас контролеры не спалят, значит, мы доедем до 3-го транспортного кольца. Там пересядем на следующий маршрут в сторону Савеловского вокзала. Вот. Но спалят, не спалят, если контролеры зайдут, можно смело выйти на любой остановке. И здесь не как на периферии ходит транспорт. Транспорт ходит часто. Через 2-3 минуты следующий прыгнул на него и поехал дальше. Вот. А здесь я раньше работал. Проспект Мира 222, Три гуся. Знаменитый нефтеперерабатывающий завод. Там какой-то был, масла делали, что-то такое. Вот. Я там работал. Поднакопил немножко денег и открыл свой цех, который благополучно потом закрыл. В причину своей разгильдяйственной натуры. Вот. Итак, 17 марта, 40 лет сегодня мне. Надеюсь, что ума у меня немножко прибавилось, если мне еще раз доведется шанс в жизни открыть свой цех. Раньше это стоило 70-80 тысяч, хватало, чтобы открыться. Сейчас это нужно где-то 1400, чтобы открыть свой цех. И заработки. Раньше я зарабатывал 90-120, а сейчас, блин, не знаю, 60 еле наскребается. А в этом месяце вообще как-то тухленько, скажем честно. Ну вот, эпизодически буду снимать. Сегодня у меня грустный праздник. Правда, вот погодка немножко удалась. Солнышко, правда, прохладно. Не знаю, может быть, плюс 2, плюс 3 на улице. Вот, короткое видео на этом участке моего пути. Продолжим. Уважаемые зрители и гости моего канала. Вон они стоят, негодяи. Чуть-чуть я разминулся с ними. Очень здорово. Вот, проезжаю ВДНХ. Вот, великий памятник. Все вы его видели в каждом советском фильме в начале. Останкинская башня, ну то есть парк ВДНХ. Вот такой вот электробус, ничего не надо делать. Терминал, приложил банковскую карту или карту тройка, оплатил. Вот кнопочка, чтобы остановить автобус. На двери кнопочка, то есть не водитель открывает двери, а пассажир. Вот, и снаружи, и снутри. То есть, чтобы, допустим, ну это правильно, чтобы зимой не все двери открывались и не на каждой остановке, как это раньше было. Экономия тепла. Прикольно такой, классный автобус. Вот, все в масках. Кстати, граждане, это просто ужас какой-то. Километровые очереди в магазинах.
сметают все подряд. Спички, соль, газетчику, всякую фигню. Что же вы так ведетесь на эти американские происки? Я просто не понимаю. Это все делают барыги, чтобы поменьше продать этих масок, вакцины, всяких таблеток и так далее. И накручивают три цены. Все делают барыги, чтобы обогатиться. Парк ВДНХ, куда можно человеку без денег познакомился с девушкой. Куда девушку вести? А вот сюда. Пообщались, походили. Запилил я что-нибудь про звезды. Ну и так далее. Вот оно, собственно, метро ВДНХ.